Стою на перекрестке, здравствуйте всем, Казакова, Менделеева улица. Здесь вот просили улицу Казакова, дом 45, сфотографировать, снять. Ну вот, вот улица, вот это, я так понял, 43 дом, или наоборот 47. Вот этот новый забор, это уже будет 45, а там дальше 43. Это улица вот Менделеева выходит, и это Казакова дальше. Трансформатор. Вот такой. Это по просьбе, по заявочке маленькой попросили там в комментариях. Мимо ехали. Вот сегодня у нас какое? 16 марта. Сегодня у нас прохладно, плюс 6. Дожди были. Вот такое здесь, так сказать, вот такой обзор по данной улице. Thank you.
улица Менделеева. Просили дом 17, около 5-этажек. Вот эти 5-этажки. Здесь раньше гастроном был, дом ДЭС. Все, больше его нет. Вот так, 5-этажки. Улица Менделеева. Тоже одна из заявок. В ваших комментариях там была. Вот мимо по этому району ехали. Проехали, чуть-чуть поснимали. Но я так понял, дом 17 здесь состоит из нескольких квартир. 17-1, 17-2. Поэтому вот, вот такой здесь дом. Он уходит туда, видать. Сегодня грязно. Не походишь сильно. Поэтому вот такие дела. Вот такая улица.